Здрасте, здрасте. Мордасти. Здрасте, мордасти, Тима. Вы не ждали? Здрасте, мордасти. Или ждали? Нет, не ждали мы вас. Ты чё? А вы припёрлись. Потом. Ты микробная. Сейчас как пойду, как вымою руки все с этим самым, с мылом. Вот то иди вымывай. Хотела назвать каким-то, но не скажу каким. Ага. Что, ага? Курточку повесишь? Ага, нет. Все, сейчас с бейбиком переодеваемся и едем. Бейбиком? С бейбиком, да. Я бейбик. Ты бейбик, да. Ну, типа того. Неужели? Я не узнала англичанку. Добрый вечер, святый вечер. Прислали мене тато і мама, щоб я вам вечерю приніс. Так, добрий вечір, святий вечір. Прислали мене? Прислали мене тато і мама, щоб я... Щоб я вам вечерю приніс. Щоб я вам вечерю приніс. Застіснявся, розодрі. Та чого він не стісняється? Я не стісняюся, просто. Ти йому тільки два рази сказав, з першого разу. Так, три рази йому сказала. И он практически... Не знаю, тут было только что один записано. Добрый вечер, сваты вечер. Мы прислали тату и маму, чтобы я вам вечер. Вот и все, видишь, умничка. Красавчик. Есть! Наконец-то! Так, Тима, чистая кроссовка. Все, я готовы? Я тоже кроссовка. Все готовы? Да. Есть такое дело, одевайся и пошли. Ну как тебе на улице? Шикарно, ты че? Плюс 5. Отлично. Да? Да. 7 же, чтобы считать. Ну, сейчас плюс 5. Ну, нормально. Да? Пойдет. А, ощущение как плюс 2. Так, бабушка сыра там просто уже вышла, интересно. Сказала, мы... говорит, сейчас выхожу, заберите меня под подъездом, потому что у меня сумки. Это мы сейчас с одной бабушкой едем к другим бабушкам. Ну, это все правильно. Всех по гостям надо повозить. Такое ощущение, что ее только что помыл. Да. Ну, а что, все верно. Ну, дождя немаю, пока... Меньше будет сырости на этом. Садись. Ой, на люки смотри, капельки какие. О, самое основное, фарки. Самое основное, говорю, фарки. Абсолютно верно. Все, иду, иду, иду. О, вот и мама стоит. Ди, говорила, 10 мешков взяла. Говорит, не смогу донести. Ну, а пакетика и сумочка масенькая. Как всегда. Ладно, забираем. Багажник открой, не это забудь. Сейчас же бабушка переезжать к вам, а не в гости. Залазь, ты в шоке. Привет. Аккуратно. Привет. 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 А что надо говорить? Да ты все, Тема, рассказываешь? А. Это вечеря мне? Да. Спасибо. Ага. Ну. Добрый вечер, святый вечер. Мне прислали тату и мама, чтобы я вам принес вечерю. Молодец. Такого... Умничка. На работу, да, мама? Да. Это нам как? Ну, мне надо теперь... Завести. Да, ладно, сюда ему. Завести там маме надо. И нам надо... А там поезд, а все как всегда. Ой, да ладно, последнего года. Повезло. Ну, ладно, сейчас тогда, по идее, вот, смотри, минута... Опять спешат. Минуты должны открыть. Кстати. Что такое? Тут нету снега. Кстати, ему взяться. Прекрасно, мы едем и видим дорогу. Наконец-то мы едем не прям ночью. Mm-hmm. Да? Да, не то, что... Да, ой, опять почти стоит. А, без поворота? Или... А, есть поворот. А, он там есть, да, где-то еле-еле. Да, кто-то ехал только что по трассе. Сколько? 40 километров? Mm-hmm. Ну, реально, нет, ну, блин. Серьезно, капец. Ну, на трассе нет, 40 если ты километров. Ученик, то надо наклейку клеить, ученик, к примеру. Да. Где там X5? Мы его догоняем? А зачем она нужна? Он так резво нас обогнал, так это. Ну, спасибо, такой... сказал, что ну, его... Ну да. Трасса. А, хорошо, что здесь хоть идеально, да. Отлично. А вон он впереди обгоняет. Ага, вижу, он фуру обгоняет или что там. Красиво, красота, елочки, дорога ровная. Красота, как в Ахтырке. Да, кстати, похоже. Да, 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 да. На Ахтырку похоже. На Ахтырку ехать, да. Да, там... А... Ну да, как бы... Новый год, Новый год! У нас уже на Рыбалке давным-давно светится. Центральная давным-давно светится, а тут даже свет никто не включил. Ёлка не горит. Света нету. Не, ну ладно, от машин есть. Сколько машин. На вечерю все приехали. Смотри, там все занято. Интересно. И тут, смотри, одна за одной стоит. Я говорю, товарищ, такого еще не было. Вот видишь, вот, зайка. Да я-то вижу.
приехали. Так, ладно. О, бабушка в окне, она. Бабушка в окне, да. А куда же становиться? Бабушка, а куда нам встать? Есть варианты. Ну, сейчас будем откуда-то идти, значит. Вполне возможно. Вот тут встали, смотри, как могли бы машина могла влезть. Да? Там нигде нельзя. Я не знаю, нет, нема там места. И там вон занято. Смотри, здесь две. Я хотел туда влезть, тоже две. Ну вот, прикольно. Ого. Ага. Ну погнали вот туда куда-то. Поедем гулять, сейчас жди звонка бабушки, сейчас только говорит, куда вы поехали. Красиво стоит, одна. Супер. Только знаете где? Пошли. Нам надо вон в тот дальний крайний подъезд. Идем, все тебя все ждут, мы чуть не разговаривали. Что значит меня все ждут? Тут вообще-то темно. Главное, не темно, а то, что... И ветер дует. Тут всегда дует. Холодно. Первый раз так стоим. Ну ты видишь, сколько вообще везде все занято. Подожди, сейчас все пухают. По домам, да? Так, это я смотрю, еще второй дядька не приехал. Ты думаешь? Я вижу. Восьмерку белую видишь? А может, пешком? На пороге. Заходите. Заходи, ты Тюмичу не дала. На, возьми. Так это Тюмик. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне прислали тату и маму, чтобы я вам принесла вечерю. Молодец. Давай бабушке вечерю. Давай бабушке вечерю. Спасибо, что бабушка ела не этот. Постой. Стой, теперь в обратную. В обратную сторону, да? Скажи, я тебе поздравляю. Вау, смотри, глаза такие. Этот самый шоколадку тебе. Ты понял? И денежку же еще. Спасибо. Тёма, Тёма, что ты? Он сдалека сразу такой, вау. Молодец. Все, раздевайся. Ложи денежку в пакетик и разбувай. Можно раздеться, можно? Давай. Желательно. Вперед. Пахнет как, да? Едой. Не надо мне вымывать. Тут же зима. А ты не знала? Курточку одевай. В курточке сидеть будешь. Так, бабушка, есть. Включайте отопление. Ну, а курточку не хочешь снять? Да ладно. Для начала. Где? Давай. Не. Давай. Бабушка не знала, как разложить стол. Сейчас разложим, сейчас сделаем. А, Зай, сзади тебя. Крючок сразу. Заставили, заставили повесить курточку. О, так, умничка. Подожди. О, бабушка стол поломала. Сейчас да. Будем монтировать. Выездная бригада Лапкин. Сейчас сделаем. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Теплый на теплый. Вот этот стол не поломался. Ну, ничего, сейчас сделаем. А кто поломал? Конечно, сядьте. Ну, конечно, голые. Зимний вариант. Да. Зимний вариант, отлично. Я вам Серегу раздену. Да, сейчас. Не-не-не. Я знал, куда я еду. Светловодск. Да, да. Не именно бабушка, а Светловодск. Да. Здесь есть дата. Так. Что же тут у нас со столом? Зая. До сих пор нема, да? Оу. Мама говорит, до сих пор нема горячей воды. Тут все очень печально. Иди сюда. Обрати внимание, как тут все стоит. Ой. О, да. А бабушка пыталась открыть или что она пыталась? Да, она пыталась его сделать. А все. А приехали. Не, поставить-то подожди. Его можно. Стой, да. Поставить мы стол-то поставим. Сегодня он еще постоит. А ну. Давай, я держу. А раз... как оно? Вот так? Да, 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 да. Это он так нет, переножкой? Нет, да. Нет. А он чё? Сюда. Вот сюда. Держи. Вот же, видишь? Тут поломали рояльную петлю. Он тут должен в эту. Вот, встал он в паз. Ой, капец. Ну, в принципе, ну, это все, конечно, делается. Просто меняется рояльная петля. Все. Это все поправимо. Она это выкручивается старая, вкручивается. Ну, это именно полный ремонт получится стола. Ну, да. А я вот так поднимаю. О, подожди, Тёмочка. Ну, не надо. Он был печальный, я так смотрю. Да какая разница? А, ну, а здесь? Точно так же. Так. Вот это. Да, я обойду. Я держу.
тут опять чудная конструкция. Ну вот такая вот. Так, тут попал. Тут нету как попадать. А что мы его туда не... Что? Берегом стоит Крилов, берегом стоит Тама, а тут... Ну ладно. А тут же уже как-то надо за ней подходить. Я надеюсь, начну. Все? Да пойдет. Потянет. Уверена. Ну, сделали все. Супер. Теперь нести сюда все кушать. Пошли. То подальше. Это надо не ставить. Да, это можно не ставить. Пока пускай постоит там. Нет, это не праздник, это YouTube. Не надо. Сейчас решать дальше. Включай отопление. Хотя бы одно. Я не умею тут пользоваться единственным. Так, надо попросить бабушку хотя бы одну включить, а то здесь вообще прям как-то как в церкви. А включи реально отопление. Назар придет. 8 должно быть. Ремонт квартиры сейчас будет. Сейчас будем делать ремонт. Перестановку мебели, дверей, откосов, да. Сейчас они вдвоем тут быстренько. А еще желательно дырушки найти. Быстренько разберутся. Так, сам сейчас будет. Салфетки. Через сколько там? Салфетки. Ну, это я не каждому получу. Нам не надо. Ну, ничего страшного. Мы, нам один станет. Вино. Не, нам на вино. А мама есть вот это. Мама есть кока-кола. Прозрачная. Да. Высветленная кока-кола. Пропущенная через фильтр. Не, я Мы никто не знаем, Тём. Как проснется, так и придет. Так, в общем, да, сейчас будет точно дома трудомчик. Отлично, все нормально. Как мы пришли? За 5 минут сделали? Да, ну, прикольно. Меньше. Назар, меньше. Назар, да, придет твой Назар, придет. Я говорю, через сколько минут. А мама хотела привозить еще холодец. А я что, уже сказали, не надо. Конечно, не надо, если здесь есть. Танечка, еще. Пропустите! О, божечки. Уже я вижу, хлеб валяется на полу. Ну, Танюха свалила. А что Танюха? А нет, это не Танюха. Оно распаковано. Так, это уже на кухне. Давай. Сломанную, не здесь оставим. Сумку мою туда поставьте. Верните на место. Все? Все сделали. Молодцы. Дали мне даже стульчик принести один. А? Б. Что? Давай. На. Неси. Не, уже не могу. Возьми. А, взял. Какой молодец, ты принес стульчик. Да, молодец. Нехай дальше называется. Я пойду на свое место, любимая. А вот то там и сиди, да. А это мое место. А что, еще? Что это, комната не включен? У Тёмы есть чем заниматься. Поэтому и не включен. Да! Ты закрыл во все замки. А что, должны гости прийти, да? Я же зашел домой, даже закрываться. Так, я поздравляю любимым подписчикам. Вот, правильно. Скажи, платишь бабушке здесь что-нибудь? Да. Держи. Бабушке надо, давай. Ну, скажи, что Назар, этот самый. Привет. Привет. А говори, что там бабушке. Назарка. Привет. Ну, скажи, что мама... Назар и Артему. Ой, Артём! Ты настоящий друг. Что вы? Ну да. А может не надо так делать? А то я же тоже могу вот так вот сделать. Оп. Ой, держи, я ушла. Это был не я. Что ты робишь? Ого, голубцы. Малые точно должны кушать, голубцы. Все матом, за матом. Правильно. Чтоб все было тепленько. Это дети. Приносят пожертвования, да. Донаты. Донаты там. А, нет, вот мне свитер. Потом, что ты перевернул? Свитер нема. Поправь. Тут нема. Кого? Свитера? Да. Наверное, там сняли. Поправь. Тёма, что это такое? Вот так, да. Вот, умничка. Пишите, звоните. Пока. А, Тёма с Бутриком. Самодельный, он сам делал. Молодец. Проходите.
Не хочу. А, да. Пока. Я тоже пошла. Что ж, пока. Всем пока. Молодец. Умничка. Ты с ним попрощался. Молодец. Всем. Ну, давай, вот пакет. Пакет. Нет, это не наш. Наш там. Вот там, вот там. Припрятала? Да. И вот тут надо тоже туда припрятать. Давай. Все. Пакет давай. Чистенького. Все, пока, Сики. Пока. Хотите звонить? Все. Пока-пока. Высылайте денег. Неси. Спасибо за ВЧ. Спасибо. На, забирай. Куда в кого-то? В правой. Угу. Ага. Давай, ты я угадал. Угадал, все, давай ты. Нет, не угадал. Все, готово. Все, что, где, кто, зачем, почему, куда? Угадай, в какой руке? В двух. В двух, да. А ты себя посмотрела. Так, а ты ему телефон уже дала? Телефон в левой, бутерброд в правой. Да. А знаешь, что тебе сдало, Тёма? Тёма. Знаешь, что тебя... Все, ладно, не будем рассказывать. Я а, ты посмотри на шифонер. На шифонер сзади. В шифонер посмотри вот так. Не видишь себя в шифонере там? Нет. Отражение. А, вижу. Вот мама так и подсмотрела, что у тебя было в руках. Что это будет? Голубцы. А кто-то будет их кушать, да? Зайчик. А я такой, чтоб что-нибудь сладенького, чай. О, Димка звонит. Дима. Ой. Спасай. Сережа от голубцов. Присоединиться. Сережа от голубцов, спасите. Кто тут кого снимает, да? Привет. Привет. С праздничком тебя. Привет. Спасибо. Алло, привет. Да, готовимся уже стол убирать. Ну как тебе, холодный голубец? Фу! Как Сережа сказал, из-за меня будет давиться холодным, потому что я не пошла, не разорела. Я буду как правильный гость, я выможу такую красивую салфетку. Отлично. Тёма, а ты что, голубца не ел? Не, я не хочу. Он все эти съел, все отбивные. Я вижу. Не денема. Угу. А, тут уже забрали. Он все забрал. Какая добрая, тільки сметани надо ще. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! Фу! Це фу, це сметана. Я сметану могу так пить. Да, когда больше сметаны, но вкуснее. Это как? Что он сказал? Как выглядело, так и сказал. Только белого цвета. Отлично. Приятного аппетита. То грибочки, бери, кушай. Ну, с руками. Да возьми один. Нет, ногами нельзя. Ногами не желательно. А руками можно. Давай в рот, а? Я. Давай, давай. Вкусно? Конечно, уже грибы любят. Так, Тёма, руки об салфетку. Тоже только чистую новую правильно. Да. Надо все попортить. Вы видите, что мы будем пить? Последний раз мы пили года два. Я пил даже три. А я в прошлом. Короче, один раз в год. Как говорится, и пушка, и пистолет стреляет, да? Это палка. Палка. О, капец, мы так наелись, это просто жесть. Вот если вам сейчас бы запихнуть что-то горяченькое попить, вот это оно попустит. Там бабушка булочку подарила. Да? Надо пойти достать. Тёме, значит, такой пакован, а нам только булочку. Ладно, Тёма поделится. Да, Тёма? Да, это в Тёмином паковании. А, я поняла, я иду достать. Не лезь ко мне с полным. Зая. А? Да. А, ты тут наш... Да будет чайник? Нам даже, я не заметила даже, как бабушка чайник принесла. А что я? Давай, я? На здоровечко. Так я тебе дома постоянно я делаю. Такой, мог бы тут уже и ты сделать. А вазочку какую вашу? А вазочку какую вашу? Ты играешься и слушаешь сюда? А там? Тас показывает и тут, и там. Ставь лайк. Молодец. Возьмите, съешьте голубец. С бабушкой из Страницки. Сделали за бабушку, бабушкину работу. Так. Тём, пока не надо тебе громко, потому что мы не услышим.
Тая. Хоть голод. Мы уже съели. Я уже наела землю. Не дергай, пожалуйста, ногу. Наелась. Спасибо. А я нога до чайника причем. А, он тяжелый. О! Молодец. Ложки нормально. Тут же я туда сюда, да. Все супер. Да, Мишка, и печенье давать, чи пирожки. Ничего, я сейчас Сереже дам. Печенье, чи пирожки. О, бабушка, целый пакет он Таня принесла. Не надо оттуда ничего давать, поверь. Нет, это не оттуда, это же мои. Все, вы там сами разбирайтесь, а мы будем... А я сейчас буду выбирать, что Тёмбику дали. Я и шоколадку вижу, правда. Тёмбина. Шоколадка дома. Ладно, шоколадку дома. Её так? Всё так. Так, что ещё есть? Просто. Ага, на здоровье. Чуть такое, ну ладно. Наташа. Да, там Наташа. Да, да, да. Бабушка его шоколадку. Что же мне выбрать, а? Такой у меня выбор большой. Тёма, не знаешь, что у меня такой выбор большой? Можно мандаринку. Можно мандаринку к чаю, да? Что мы твою, располовиним твою шоколадку, Тём? Шоколадку там бабушка Ира купила. Я знаю. Ты собрался А нет, смотри, одна с маком. Тём. А нет, это будет мне домой. О, всё? Всё? Папа, Тёма поделился вечерей с папой. Да, или это, или это. Всё, я хочу вот такого, чтобы сладенького. Обойдёшься. Нет, да. Я тогда ничего не буду. Дайте что это? Одну мандаринку, не дадим. Ты же сказала, что злобый, вот не дадим. Я надеюсь, вам слышен задний фон там, да? А, нет, не пропущу, нет. Так, тихо, кофе здесь. Горячие. Ладно, я буду кушать конфетку. Чисто ой, дурдом. Теперь он в плену у меня. Или сама возьму. Ты не сможешь сама, у тебя рука далеко не достает. Тёма, возьми эту мандаринку. Надо аккуратно с рукой. Тёма, возьми эту мандаринку. Да тише, тут уже у меня в ушах перепонки чешутся. А может одной рукой ротик закрывать? Дай мандаринку одну нам в бабу. Все? Так, он походу реально только что было это. Выдохся, слава богу. Зато теперь сейчас будет меньше бегать. Папа, да. Да? А, нет? Мама! Можно чай попить? Можно. Кофе. Это вот дай дать конфету. Я не буду. Я что? Ты сам. Я вообще не хочу сладкого. Тёмочка, пожалуйста. Пропусти-ка. Ой, она просроченная? Да, все просроченное. Прикольно. Жуй. Покажи. Внутри покажи. Не могу не показать, не поделиться. Делиться не надо, можешь просто показать. Щекоточки. Прикольно. Она типа как это. Подожди, Тём, у меня камера. Похоже на эти трубочки рашенские. Печенье с шоколадом, да? И воде звонила, сказала, буду... Он хотел меня пощекотить. Я просто взяла его в руки. И все, пропало. Ты прикалываешься? Тёма, кофе сзади. Вылазь. О. Это внимание, внимание, внимание. Ну вот и все, стол пустой. Вот это там в этих, вы ты поняли, где там Алматы, туда Алматы. Что там творится. Боже мой, я в шоке. Ну? Из мирного протеста перевернулось все уже в этот. Беспредел. Там так смотреть. Так, ну что, давай. Что, давай? Подушку мы делаем, чтобы сразу снимать. Да-да-да. Только вот... Выключили уже, да? А бабушка плохо протерла этот. Сейчас, стой. А вы выключили, да? Я не знаю, может... Режим ожидания заснул. Да нет, он выключился. Ба! А вы не знаете? Автовыключение стоит на нем. А теперь включи, и вы будете в таком режиме там. Автовыключение, Зай. Ну я понял, режим сна. И надо отключить вообще было бы. Витя, да. Да, красивая. Сворачивать пакеты домой.
Сказала 1,80. Хорошо. Можно было и 2. Ну да, можно было бы 2. А зачем? Не надо, ну нормально. Вот. Взяла 1,8, она мне бегом предлагала такую наряпистую, такую. Не, наряпистой не надо, это хорошо. А я так и сказала, говорю. Не надо. Вот здесь, а бабушка. А у нее ровно 1,80 там остаток. Ты поняла? Стой. Зай, натяни на себя. А что будет, если вы скрутите? А что скручивать? Не знаю. Это ж трубка будет большая. Ну там я... А ее закрывать? Не, а я там где крест. Эй, Тёма, не надо. Не спеши. Нет, Тёма, подожди. Я бачила бабы Фулина. Печки так лежит, круче. Красивая, да? Конечно, красивая. Мне тоже понравилось. Так, Тёмочка, давай как-то... Она, берите, а там по 90. Пусти, я говорю. Сейчас поправим. Так, а ну, Серёжа, я же видела. Что там видеть? Там просто надо рояльную петлю менять, она поломалась просто. А я тут... Серёжа, я держу. Ба, надо чем-то связать её. А, сейчас. Сейчас, Танюшечка. Держу, не поможет. Так, ну, вот это туда, да. До конца конкретно нормально. Нет, до конца, чтобы ровненько он был, потому что он не закроется, видишь? Тихо, ты стол сильно высоко так не поднимай, бо он развалится. Ну, ты не заставила. Вот тут забивай, бо я не могу. Давай. Есть, еще туда. Вот так. Все, поломала до конца, молодец, пошли. Есть, готово. Вылазь. Вот она сейчас тяжелючая, вот это надо нести. Стой, мы что, пройдем? Не надо сейчас. Не надо. Стой. Тихай. Ба, ты куда? Ой, а ты что купила? Ты не открыла? Да. Свобода. Да, ты не можешь поднять стол выше? Там же ножка осталась. В машине включен свет? Ну, по-моему, да. Замигала. Вон свет включился. Кто-то подпер. Вообще опупели. Машина завелась. Свет загорелся. Хорошо ты повесила это. Чтобы... Вот пока видишь, как. Хорошо. Не, на высоте на какой? Да, на высоте. Стола не было, а она же вешала. Все? Я же говорила, стол у тебя не на вот такой высоте. Туда, двери. Двигайтесь. А, серьезно? Ну можно мы тут будем у вас? Спасибо. А как мне завтра компьютер убирать? В смысле? А зачем? Ну мне ж столик надо. Мне же надо еще свету смотреть. Так, что, на стульчик. Смотрите, какая у вас досточка есть. Да, на стульчик. Ну, так, а лишь... Два стульчика, досточка. Господи, мы так он делали. Два стула, а вот доска какая классная. Столик накрыть можно, вот так вот будет. А кто на полке? Ну и все. Ну, мамы так делали. А ничего, одевайся. А я его не открывала. Мама, кто на мою кушать? Обычно. А туда нам уже не могли. Мама. Тёма, там же чисто. Тёма. Я говорю ручку, которую ну, во всех сумме перечатки. Так, где их найти? Вот так. Вот это. Там, ну, если это. Их уже не надо. Вот сюда. Я понял. Ты же обулся? Да. Молодец. Теперь ваша очередь. Ваша очередь. А что тут мне обулся? Ваша черга. Ваша черга обулся. Раз. А что это так быстро? И два. Все. Угу. Я будто... Курточку в зубы и пошли. В зубы? А может лучше на плечи? Идем. Ой, все зацеловали. Как будто родственники, да? Все, пока не иначе. Спасибо, что приехали. Мама все проспала. Все, спокойной ночи. Все, пока не иначе. Всех люблю, целуем. Тане надо, походу, забрать пакет. Нажимай. Давай мне пакеты. Забирай камеру, а мне пакеты. Нет, тебе вот это, а мне вот это. Подумайте, завтра наберете. Все. Мам! Танечка, да все, молодец. Накричал, нажимай. Накричался. Так правильно, нечего стоять болтать. Бабушка на день рождения приглашала. А с тобой так было время. Сегодня будет у нас кипишное видео, походу, дурдом солнышко будет. Смотри, какие лампочки не стоят, только заметил. Думаю, что так я иду, и нам светло. А были еще больше. Офигенная, да? Там же выше этой лампочки еще одна стоит старая, понял? А, и понял. Ну это же диодно, видишь, какая. Шикарно, диоды придумали в этом мире нашем, да? Видишь, светло, круто. Светло, да. Круто. Так, ладненько, давайте, багажник открываем и закидываемся. Ты глянь, как близко встали. Что вообще? Рисковые люди. Так, давай, багажник.
Я открыл его, кстати. Машина. А, открыл. Все, закидывай. Аккуратненько. Дай, позавязывай, пожалуйста. Окей? Можете садиться. Что тут забыл? У тебя что, еды дома мало? Так они только разные вкусом? Да. Поедем. Идем. Проснется. И здесь снимают его, видишь? А, да, нема. Вот на завтра Тёмику можешь дать пончик. Бери любой. Он вон любой завтра съест. Да. Розовый, бери. Бери, он пончик хочет. Я взял. Мне понравились, я не могу. Вот это вы тоже можете взять. Тёме на завтра будет. Это всем будет. Бери. С удовольствием. Я его с чаем с удовольствием съем. И нам торт не надо. Возьмешь с собой сумку-холодильник? Да. Тая, я хочу вот такую собачку. Ну, да. Она одевается. У меня денег не надо. Я хочу себе такую собачку. А купи мне собачку. Так я же... Попробуйте, какая мягкая. Тёме. Мне? Это я себе хочу такую. Не знаю, в каких-то вот таких упаковочках, Зай. Так, классно? Это кричит пазл, бабушка кричит Тёмику мотоцикл, или вернее квадроцикл, или бабушка, скутер. Бабушка кричит Тёмику, а это мне. У него же здесь салатовый мотоцикл есть, будет докомплект у него. Ну, такой ладно. Же фирмы, пошли. Все, пошли. Я ручку хотел. А ручку я не вижу, где ручка. Идем посмотрим, ручку он еще просил. Ух ты, какой запас. Стой, смотри. Вы это видите? Офигеть. Линзы, заниженный на аэросварках. Чё себе? А чё ты мне прям в глаза включил? Чтоб только тебе было. Офигеть. Я такой первый раз вижу. Смотри, ничего такого не сделано, да, особо? Занизили и поставили разварки. Все, я просто сдалека увидел, что оно такое низкое, широкое. Прикольно? И прикольное, да? Прикольное. И самое прикольное, то, что это на Запорожце. Абсолютно. Их вообще сейчас я редко увидишь. Я вчера говорил, хочу Ниву купить. Хочи. Надо поставить, почему Ниву, надо купить Ниву. Поставить, наверное, большие колеса такие, только в нормальном состоянии, белую. А я разрисую. Белую. А я разрисую аниме. Белую. Аниме. Белую. Аниме. Да, хоть и что хочешь нарисую. Чтобы не стал выражаться. Что хочешь, не нарисую, потому что потом нельзя будет показывать ее. Да. Да. А фантазия у меня богатая. Так, ладно, мы бабушку высадили уже. Да. Так, стоянка. На-на-на. Ты у нас хорошая. Но с ямами и лужами. Ну просто, ну надо же лопатку брать и контролировать это, верно? Если бы человеку доплачивали за это, я думаю, это было. Ну, естественно, когда я работал на работе, это входило в мои обязанности. Когда а я тут, наверное, в охране, не входит. Я разгребал снег, ходил, я, короче, кучу всего делал. И еще и прям радовался. У меня напарники плакали. Ой, тебе снег разгребать. Я говорю, в смысле? Так это же хорошо. Ну, типа, а что хорошего? Я говорю, типа, хорошего, что? Я говорю, вы потом этот, не будете сидеть скучать? Подкрепитесь? Да? И еще за это доплачивали деньги. Ну, как бы. Физкультура. Да, абсолютно. Или впереди сидишь в охране. И спишь. А, целый день. Весело. А когда выпал снег, ты опа, взял лопатку, побежал, поубирал. Тем более там никто не говорит за 5 секунд убрать. Ты взял лопатку, быстренько побежал, поубирал. Не, если честно, мне тоже всегда нравилось убирать снег. Поубирал снег, устал, пошел, попил чая, посмотрел телевизор. Отдохнул, пошел опять дальше дошкреб. Блин, интересно было, там, где я работал, было интересно. Я думаю, по старым видео, там, где у нас снегом засыпало гаражи, было видно, что мне нравится убирать снег. Так всем нравилось.
всем тогда нравится. Я собирать. В селе всегда помню. Сугробы понасыпает выше головы, а Таня тоннели делает. Точняк. Так, наконец-то мы машину купили, водичку. Не забыли ее поставить? Да. Я поставила. Случайно. Мы ж чай сюда покупали. Это случайность. Когда я лампочки покупаю? Зай. Поставить. Зай. Ты помнишь, мы чай покупали в машину? Наверное. Знаешь, где он? Где? У бабушки. У бабушки. Зачем ты это сделал? Я взяла его уже в машину, и это и забыла за него. А где это пыптик говорил? Где-то там. Он где-то есть. А если серьезно? Я же где-то, по-моему, показывал. А, вот, вот. Сейчас достану. Ты видишь, что я нашла? Это типа как отверточка. Давай. Вот сюда можешь переставить? Вот. Ну да. Такая ух ты, смотри, там отражатель. Только единственное, мне кажется, я как бы сейчас навряд ли туда залезу пальцами. А-а-а. Даже отпечатки осталось, там аж дым пошел с твоих пальцев. Да. Да. Так она была вот так. Ну, если что, ее... Ой, ну да. Куда ж тебя положить? Ты была вот так. Давай, а теперь достаем вот это и сейчас посмотрим разницу. Если будет прикольно, только я, наверное, не эти оставлю. А я закажу именно те, которые здесь, видишь, эти с линзами. Uh-huh. Она еще будет куда-то светиться. Здесь это не нужно. Видишь, какая-то? Ага. Uh-huh. Ну вот сравнить именно, чтобы вот она засветилась, можно, смотри. Вот ну так да. Вот, типа, ой. Капец, теперь ты белый, а не желтый. Ой. Тёма, как тебе яркость? А ну, смотри, при- я выключаю прикрой. Эту, остается это. Выключаю эту, что-то меняется? Офигеть. А если через вот эту штуку, как она будет? Вот так, да. Будет вот так. Ну, темнее. Ну, да. Смотри, если выключить эту, включить эту. Желтая, белая. Ну, да. Разница есть. Ага, интересненько, интересненько. Только ж видишь, она как-то, ее надо покупать не такой. Это... Ее надо, чтобы она больше светила по бокам. Да, если сюда покупать, короче, надо, я знаю, какую купить теперь. Теперь я знаю. То есть вот такая, как она есть, здесь отражалки не надо, чтобы здесь было больше. Да. Просто-напросто. На, ложи ее, запихивай назад. Назад запечатываем. Ну, если лампочки сейчас не меняем, хотя бы надо стеклышки попротирать. А сожителей там было, да, действительно. В этом были эти, да. Жучки всякие, и лампочку можно заодно протереть. Ага. Наверное, не можно. Потому что с Алиэкспресса пока придет, это пройдет месяц. Но если что, я заказал. А, ты уже заказал? Да. А хитрец какой. Да все, 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 вытер, умничка. Ну блин, ну если сюда залез, так значит хоть сделаем. Да, ты шо? Супер. Прям вот, мы только что включили одну разницу, и вторую прям была разница. Да, смотри. Ой, это ж как-то должно оно быть теперь. А так? Смотри, они чище стали, прозрачнее как-то, да? И светлее. По-моему, светлее. На какую-то долю чего-то светлее. Иди назад. Иду назад. Сзади посидеть. Здрасте. Ой, а видно вам сзади, да? Вон. Там жители точно есть. Это их видно даже. Так, а теперь здесь как оно снимается? Ищи. Есть, так же само. У Тёмы. Давай сюда эту штучку. Не-не-не-не. Мне здесь не нужны, Тёма. Оп, вот эта штучка. Прикольная. Она прям как будто для нее сделана. Да, как отмычка. Ага, там а даже здесь паутинка. Такая. А я говорил, Зая, ты не послушал тебя? А что, я не говорила, какая а, там. А, тогда получается, мы заказали одну туда, если что ставить, то это тут сюда. Ты одну, я тебе говорила две. Кстати, заказать. Заметь, две, да, две заказала. Вот, правильно, одна. Запас тогда не будет получать. Ну, ничего страшного. Такая же маленькая? Да. А ну покажи, что там внутри. Да. Пару штук сожителей. И там паутина. А что здесь так удобно? Потому что это специально для задних. А я тебе тут скажу, ты знаешь. А сзади прям я так... Я даже не помню, чтобы я сзади так сидел. Ого. Так тут путешествовать на космосом, да? Конечно. Офигенно. Да тут... Сел, расслабился. Да тут... Я, класс. Кстати, там тоже редко, видишь, прям, бывает. Прям, знаешь, вот эта вот сидушка, она вот... Я там бываю, когда вытираю что-то. Так я же так же сама. Я поставлю 10 из 10. 10 из 10? Да. Так, молодец. Тряпочку, пожалуйста. Иу-мяу. Вы просто красавчики. Понятно, мы просто... Вытирай там вверху. Окей. Лампочка, ну. Вылазь. Да ну доставай, она просто там. Ого. Плотно сидит.
Угу, да, это... Это не в москвиче. Я вижу там, какие плотные эти штуки. Видно, толщина такая, ничего себе. Ой, так тут тоже отражал? Ну, я думаю, если там есть, то и тут должно быть. Ну, да. Как в лучших домах? Красиво, Тёма, да, Ася? Да. Тёма, знаешь, папа. Оп. Ну. А ну, вставляй назад вот эту штуку. Интересненько. Так, это вот этими штучками туда. Видишь, не знал, как разбирается, взял и разобрал. А ну. Ну да, посветлее будет. Смотри, и чище стало там было, видишь, сожители были. По-моему, поярче стало. Конечно, если белый свет поставить, и который будет поярче сюда, вот эту кукурузку. Ну, потом приедет, я заказал уже на Алишке, она приедет, я поставлю, посмотрим. Будем экспериментировать. Сейчас уже диодные лампочки не такие, как раньше были. Купишь пластиковая, она такая вся. А я заказал еще и с охлаждением, с радиаторами. О, кстати. Быстро оделся и ушли. На тряпку. Пакет. Вот этот мне можешь дать? Все, забирай и погнали. Ну да, я думаю, надо застегнуться. Чисто, меня. На. Так, бочком. Да, я. Ага, да. Помощь зала. Причем не с пакетами, а с камерой. Беги. Да потом ответишь. Я понимаю, что тебе там по 1000 человек в день пишет. Нет, если по 1000, я бы вообще с ума сошел бы. Так, что дала бабушка? Бабушка дала голубцов. Вот тут они. В ухо не дала, не? Верни назад. Это как так получилось? Ну, как-то так. Хотя... Там все нормально, да? Да. Отлично. Хотя юшки она не насыпала туда. Понял. Так, что у нас тут дальше? Тёмины эти. Тёма, ты видишь, как папа тебе позаботился, твои шарики? Это Серёжины шарики. Сырки. Кефир, который мы до бабушки привозили. Короче, холодец. Продукты вернулись. От бинушки, Тёме. Это Тёмику баб... Нет, это да, не бабушка. Да, там уже и Назар тебе и дал. И от Назара, и от бабушки, и конфеты, и пирожки, и все, что хочешь. И падай. И голден яблочки наши знакомые. Яблочки. И падай. Сахар, мука и ванильный сахар. А что, откуда ты взяла, что ты не признаешься? А, это, ну, я же говорила, что там, скорее всего, мама не получится. Вот не получилось у нее сделать нам пирог, поэтому... Нам кинули пакет в лицо и сказали, делайте сами. Что? Что? И пазл. И пазл. Там 1000. 1000 штук. Вот захотелось Тане сделать пазл. Мы его потом соберем и приклеим тебе под телевизор. Только мне вот это интересно, когда Сережа там со своей этой придет. Со своего... ну, вы поняли... трех букв А первая, потом последняя О. Там просто знакомый у нас там находится, прям там. И он должен прийти и сделать Тёмику под полку, полку вот эту стеклянную, под телевизор побольше, да. Угу. Он поможет, да, с этим, по крайней мере. Потому что стекло сейчас очень дорогое, вот это черное, которое мы везде используем. Ну и вот это же вот, что здесь стоит. Ты хочешь опять? Нет! Так! Нет! Так, нет, все, я пошел. Я говорю, я ушел. Давай, да мы уходим. Моя шея. Щепотки. Мы идем. Зачем вы это делаете? Мне передали камеру. О, да ладно. Все готово. Что готово? Тёма! Немного тут лампочек у меня, нет? Где? В заказах. Всяких разных. Нормально так. Я думаю, достаточно. Все, я выбрал, только заказал, грубо говоря, копию галогенки, ну, галогеновой лампочки, только, ну, по размеру, по всему остальному. Понятно. И отлично. По яркости, конечно же, понятно, что будет поярче. Чего нам еще сегодня не хватало? Мы сегодня побыли у бабушки в гостях, наелись, набились, все, что возможно, кофе, вода, оливье, все. А. Фрукты. Осталось только фрукты. Да. Да. И я завтра мы выходные, Таня, выходная. Ура, я завтра выспнусь. Подарок мы завтра бабушке не дарим. Да. Так как бабушка, мы уже говорили, хочет такие костюмы, как у нас. А такие костюмы, как у нас, или покупать здесь за пару тысяч, или же поехать на Барабашово и купить такой же самый за 1000, плюс погулять, плюс переночевать хотя бы на один ночь, день.
на один ночь день. Бабушка, кстати, не была ни в Харькове, ни на Барабашово ни разу не была. Ну и плюс что-нибудь такие. Пару... С собой возьмем, шмоток парочку там посмотрим. Ну такое, то есть, ну не просто так ради костюма мы туда едем. Но это будет попозже. Да. Не прямо сейчас. Да. Ну бабушка сильно хочет костюмчик, поэтому вот как-то так. Сейчас практики, фильмец или видосик какой-то посмотреть. Да. И ложиться маленькая, чтобы не сильно поздно. Папа, можно тебе что-то на ушко сказать? На ушко? Да. Ты говори в камеру на ушко. Нет. Все, ребята. Ставьте лайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал и ставьте колокол, чтобы вышло новое интересное видео. Всем огромнейшее спасибо тебе за донат и всем пока. Пока, народ. Да, и... Сейчас YouTube классно обновил, когда заходишь с телефона. Я тебе показывал, когда заходишь с телефона. Вообще, это настолько классно. Зашел с телефона, посмотрел на канал, он пишет там подписчиков сколько, сколько видео на канале. Если нажать там подробнее слово, там раз, оно открывается, все соцсети. Все, что есть, куда можно перейти, почта. Прикольно. Да, для всяких там предложений и всего остального. Ладно, в общем, как-то а так. А у меня на компьютере есть, или же мать задание? Да. Иди. Все, пока. Свободен. Все, пока. Бежи.